1 июня праздник приходит даже к тем, кто находится в больнице. Маленьких пациентов Московского областного центра охраны материнства и детства, которые проходят лечение в стационаре, ждало сразу несколько сюрпризов. Наш корреспондент расскажет обо всем подробнее. На несколько часов территория рядом с детской больницей стала большой развлекательной площадкой, где можно петь, танцевать, рисовать на асфальте. Так выздоравливать намного веселее. Вы в день в такой попали в больницу по разным причинам. Поэтому, конечно, от имени всего коллектива нашего, всех наших врачей, медицинских сестер, санитарочек, буфетчиц, от всех мы поздравляем вас с этим праздником и желаем, чтобы вы никогда не болели и никогда больше к нам не попадали. С праздником вас, дорогие наши дети! Татьяна Мельник передала ребятам привет и поздравления от главы городского округа Люберцы Владимира Волкова. Маленьких пациентов угостили сладостями, после чего пригласили посадить деревья. Это давняя традиция Московского областного центра охраны материнства и детства. Я попала в больницу, потому что у меня кость поломалась и сдвиг. У меня перелом и сдвиг. Я очень люблю лето, и мы поедем на море. В гости к маленьким пациентам приехал рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян. Силач сначала перетянул машину скорой помощи, потом показал детям несколько своих коронных номеров. Для меня важно поддержать детишек, потому что вся деятельность, которую я делаю, общественная, спортивно-патриотическая, так или иначе связана с молодежью. А что касается больных детей, то этот вопрос, наверное, не может оставить равнодушным абсолютно никого из взрослых. Мало того, когда-то в детстве я сам болел, и были травмы очень серьезные в молодом возрасте. Мне было важно поделиться с ребятами, смотивировать их на победу в здоровье и в своих свершениях жизненного пути. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.